cactus. I bet a real bitch be the last one laughing. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, here, kitty, here, kitty, 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 here, kitty, kitty, here, kitty, kitty. Сердце мечется, мне так хочется любви, с кем-то смечется. Может, это будешь ты, леди, я местный шуга. Дэдди, попробуй, я не вреден, любая мной. Маленький человечек, и вот такой огромный мишка. Да, доченька, тебе мишка понравился? Зайка моя. Динозаврики, да, Софишка? У нас тоже дома есть, да, Дина, зай? Игрушки набирают. Приехали в остров мечты. Вот стоим уже здесь полчаса. Уходим с этого островка. Пойдемте в другое место. Девчонки, бери сестренку за ручку. Ой, как страшилки какие-то. Бери сестренку за ручку. Пойдемте нам в ту сторону идти. Пойдемте. Всем привет. Давно у нас не было в сторис. Если честно, я так устала от инсты, вообще не хотела выходить, даже сегодня. Ой, мы классно проводим время, у нас все прекрасно, столько много интересного, есть чем поделиться. Мы сегодня гуляем, отдыхаем. Вот где бы вы ни находились, мы везде едим. А вы также? Ну, кушать-то хочешь? Ну да. Мои любимые хот-доги. Хот-дог. Как я хотела хот-дог. Давно не ела. Вот такая кафешка. Кстати, хот-доги редко где продаю, да, Зай? Обычно бургеры. А Василечек что ест? Картошка, пюре. И что еще? Вот это я понимаю. В правой ручке держи вилочку. Давай. Еще? Давай, папа. Еще накали котлетку. Нет. Возьми в правую ручку. Вот, молодец. Нет, руками не надо есть. Давай, ешь, зайчик. Здесь и сейчас, и нам не надо ждать завтра, чтобы сказать, я люблю улететь на луну и вернуться обратно. У нас есть здесь и сейчас, и это не. Хочешь? Мороженка захотели. Ну давай. Выбирай, давай купим мороженка. Бери мороженка. Что нужно сказать? Пожалуйста.
сколько с нас? И Софишки тоже сделайте. Какой это чур хочешь? Мороженое очень вкусное. Мороженое я люблю. Мороженое очень вкусное. Лучше десерта не найду. Василиска с девочками играет, катается в карусели. Прикольно, детская зона. I just need some coffee in the morning, no sugar or tea, 'cause I can feel. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. Друзья, всем добрый вечер. Собрались с дочкой куда? В магазин. А зачем в магазин мы собрались? Покупать вкусняшки и мороженое. Классно. Вот, вышли, пошли в магазин покупать вкусняшки и мороженое. Когда бабушка к нам приедет? Когда бабушка к нам приедет? Ну, знаешь, что, доченька, одна бабушка у нас где находится? Во Владивостоке. Ну, а вторая в Москве. С внуком нянчится. Ну, пока, видишь, времени нет. Василий, смотри, какой снеговик. Ну, давай, пойдем их посмотрим. Ну, пойдем посмотрим. Ну, давай, посмотрим. Классный какой снеговик. Василиска, ты забралась, да? Он выше тебя. Классный, да, какой? Да ты че? Как нет морковки? Вон морковка, смотри какая. Есть морковка, вон морковка висит. Все висит где нужно. Как ее надо достать? Ничего там. Молодец, доченька. Не заменить сестру не сможет. Поверьте, что никто на свете.
А кто не понял, поймет позже. Я за сестру всегда в ответе. Доченька моя нереальная, на руках готов носить тебя. Как оливки, вижу в них себя и не дам упасть резинки никогда. Доченька моя нереальная, я готова берегать твой сладкий сон. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. I've been a real bitch, you the last one laughing. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, here, kitty, here, kitty, 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 here, kitty, kitty, here, kitty, kitty. Я сделала нам зимули кофеечек, себе капучино. Димилаты. Кофе в зернах, средней обжарки. Вот такой мы пьем кофе. Упаковка одна уже закончилась. Заказала еще. Кстати, вкусный натуральный кофе. Заказываю это кофе в Экомаркете. У кого есть дома кофемашина, советую. Сегодня думала, чтобы такое вкусненькое приготовить. Я решила приготовить куриное филе, сделать салатик, моцарелла с помидорками. Кстати, в Экомаркете сейчас товар недели, узбекские помидоры сладкие, на них хорошая скидка. И по моему промокоду на первый заказ скидка 550 рублей. Куриное филе у меня тут уже готово. Я еще хочу сварить макарошки. Что, мой зайчик? Пирожки еще у нас тут есть. Что ты хочешь? Пирожок хочешь? Ну, а ешь пирожок. Бери. Софишка, где собачка? Вот она. А как собачка говорит? Ну, что ты, зайчик? И настроение сегодня вот соску нашла. Ваня отдает. Разбросала баночки.
Василий спит. Собирай баночки. Собирай, мое солнышко. Помочь тебе? Да, а кто разбросал? Кто разбросал? София, да? Ты чего такая счастливая? Ты с того мамочки принесла, котенка. Спасибо, зайка. Я смотрю чужой салют. Побьют, опа-ра-ба-пау, как соседское бабло, опа-ра-ба-пау, в небо веером ушло, опа-ра-ба-пау. А если бы у меня был мандарин, я бы обязательно с тобой поделился. Да, жаль, что у тебя нет мандарина. Да. Тебе поставлю лайк, 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 лайк. Я тебе поставлю лайк, 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 лайк. Двигай, двигай задом, двигай, двигай задом, двигай, двигай задом, двигай задом, воу, двигай задом. Мара, двигай, двигай, пока я за. Сыру хочешь? Спрашиваешь. Или котлету? Или котлету. А чего больше? А всего побольше. Побольше сыру и котлет побольше. Посмотрите, так рождается звезда ТикТока. Может, нет, а может, да. А может, это все слова. А может, я. А может, ю. А может, я тебя люблю. Доча. Устала, она еще маленькая. Устала? Часа. Покаталась. Для ребенка это нормально. Час это многовато, да? Конечно.
Ой, какие хорошенькие сурикаты, да, доченька? Такие милые, да? Ой. Нравится тебе, да? Отдыхаем с любимым. Да, Лапонь? Да. Как здорово, наши детки. В детской зоне с аниматором. Сейчас вам покажу. Они где-то там. Там Софишка, Василиска. Они где-то там, в шариках. Так, это не наш малыш. Кто там? Ух ты, это шиншиллы. Да, доченька, класс. Сейчас. Сейчас. Нам достанет. Серенькая и беленькая, да, и две штуки. Девочка, мальчик, да? Да, доченька. Как мы научились? Вот, да. Не бойся, да чё? Погладь шиншиллу. Вот так. Молодец. Хорошая шиншилла. Видите, он цвет поменял. Он был зеленый. Сейчас стал красный. Обалдеть. Это хамелеон, да? Да. Это ящерица. Какая ты красавица.
Ну что, Зая, как мясо получилось? Вкусно? Вообще бомбезное, блин. Ты очень классно готовишь, спасибо. Ты у меня умничка. Ну, конечно, ты бы еще под 100 грамм, вообще бы идеально пошло. Какие-то еще 100 грамм? 100 грамм нормально. Пересолила. Ничего страшного.